Переезд остановочного пункта состоялся по настоянию ГИБДД, так как ранее он располагался слишком близко к въезду с улицы Трудовой. В связи с этим остановки перекочевали на новое место, а компания «МосАвтодор», которая отвечает за данный участок дороги, решила заодно поменять и сами павильоны на новые и более современные. Об изменениях оповещены все водители автоколонны 1789. Теперь автобусы останавливаются возле новых павильонов, поэтому жителям следует быть внимательными и не ожидать транспорта на прежнем месте. Кроме того, в целях безопасности дорожного движения администрации города был утвержден план благоустройства проезжей части на улице Хлебозаводской. Перенос остановок – лишь часть этого плана. Предусмотрена организация светофорного объекта на пересечении улиц Хлебозаводская и Кирова возле второй школы. Туда же переместится и сам пешеходный переход. Все эти мероприятия дорожные службы и ГИБДД планируют провести в ближайшее время.